Усилить аромат и вкус персикового варенья можно с помощью коньяка. Вам понадобится совсем немного качественного алкоголя, главное, влить его в десерт не сразу, а буквально перед окончанием варки. Особенно вкусно подавать лакомство из персиков на завтрак или на полдник с поджаренными тостами, обмазанными сливочным маслом. Вкус и аромат алкоголя в десерте совсем не ощущается, его с легкостью можно давать и детям. Персики 700 грамм. Сахар 1 столовый кон. Коньяк 60 мл или бренди. Сок лимонный 0,5 чайных ложки. Количество порций 2-3. Подготовьте указанные ингредиенты. Персики тщательно промойте в воде, удаляя с поверхности фруктов верхний ворсистый слой. Срежьте с них мякоть крупными ломтиками прямо в казан или в емкость с антипригарным дном, кастрюлю, ковш, сотейник. Влейте лимонный сок, всыпьте сахарный песок. По желанию можете добавить немного ванильного ароматизатора или молотую корицу. Поместите емкость на плиту, перемешав ее содержимое, и доведите до кипения, затем нагрев убавьте. Отварите варенье примерно 20-25 минут до мягкости персиковой нарезки. Как только это произойдет, влейте в емкость коньяк и потушите лакомство еще 5-10 минут. Планируя закатать варенье на зиму, ошпарьте банки и крышки кипятком, выложите десерт горячим в банке и сразу же закрутите их крышками. Подавайте к столу персиковое варенье с коньяком холодным, после остывания оно еще больше загустеет.